Идет подкрепление. Мы вам поможем. Хватайте доктора и уматывайте. Лучше знать, кто меня прикрывает. Это секретно, друг. Ты думаешь, ему можно доверять? А у нас есть выбор. Дамы и господа, зрители и подписчики канала, приветствую всех, с вами Жек Херсон. Прошу прощения, что предыдущее видео по Call of Duty закончилось так. Продолжаем проходить эту неоднозначную игру, замечательную по экшену и событию. И без изменений за 3 года по графическому движку. Вот так будет правильно сказано. Я думаю, вы меня в этом поддержите. Началось. Погоня, погоня. Тревога, тревога. Волк украл зайчат, надо петь. Да хоры там стрелять, пожалуйста. Так, держись нормально. Примерно такие. Ух, ё-моё. Опасно. Опасные поезда. Поезда-то я самые в мире. Ух, ё-моё. Давай, давай. И я перелетел. Да что за гады? Плохо, что стрелять мне нельзя. Вертолет. Хорош взрывать. Открывай ворота, братва. Ух, понеслась. С пулемета, смотрите. Вертолет, ты как-то перепутал. Нормал. Молодцы, ребята. Пророк, молодцы. Цель захвачена. Забираем его для допроса. Гедеон, конец связи. Да. Коротенькое видео получится. Ничего. Сразу же продолжу второе. В следующем видео. Так, чтобы не пересекать видео, не смешивать. Это получится и вправду. Погоня, назовем ее. Так, активирует обнаружение гранат. Пусть будет. Что ж, ребят, давайте продолжим в следующем видео. Всем спасибо. Извините, что это коротко, но надо было завершить миссию. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Всем пока.